закончился 1996 год. Кому-то он принес счастье, кому-то огорчение. Но не будем говорить о плохом. Впереди еще новый 1997 год. И пусть всем вам он принесет только счастье. По старой школьной традиции, наш 11 класс приготовил для вас небольшое новогоднее представление. Но вначале мы хотим поздравить вас с прошедшим праздником. Пусть метель золотистый порошек заметает любую беду. Мы желаем вам только хорошего в наступившем новом году. Ну а сейчас мы начинаем наше представление. Но наше представление будет необычным. Но не огорчайтесь, там будут и Дед Мороз, и Снегурочка, и также другие действующие лица. Итак, наши действующие лица. Дед Мороз и его верный секретарь Нафаня. Снегурочка и ее будущий жених Папа Будильник. Тетушка Снегурочки, добрая фея. Баба Яга и ее верная неуловимая. Три жениха, приехавшие из-за границы. Хохол. Я даже знаю, кто это. Абориген. Гидри. Абориген. Наши Угадывайте, еще говорите.
Где мой зимний транспорт? Какие? Мальчики, девочки, все очень просто. Я вот знаю, что это девочка.